Крама видно, да? Да, секунду. Всем привет. Сегодня у нас 11 января. Тема наша будет это PPC Tools, программа, которая нам помогает работать с PPC. Будем настраивать PPC на моем аккаунте, на одном из моих аккаунтов. Моментов будет много всяких, потому что после Нового года и ОКОС ухудшился, и количество рейтингов звезд упали на единицу уже. То есть, кроме как негативных отзывов, я больше ничего не вижу. С правой стороны у меня лучшая оценка 3 звезды. То есть 3, 2, 1. Это нормальные оценки. Вот, я не знаю, что делать, если честно, дальше, кроме склейки. Потому что Verify я полностью использовал. Вот, так что конверсия постоянно падает. А сейчас мы боремся именно с тем, чтобы научиться работать на долгую. Понятно, что есть перезапуски. Понятно, что есть параллельные товары. Такие же абсолютно под другими брендами. Другие аккаунты. Но сейчас мы будем пытаться через PPC улучшить ту ситуацию, которая сейчас сложилась у меня. И все я это делал через Excel-таблицы. То есть я работал с Excel, брал выборку неделя последняя, то есть я по воскресеньям делал отчет, неделя и месяц. То есть это 7-30 дней смотрел в такой. Эта программа, мы сейчас как раз, Дмитрий покажет, насколько эффективно это можно сделать. И мы, наверное, через 2 недели повторим, посмотрим, какой у нас получился результат. В принципе, приступай, Дим. Да, всем привет еще раз. Со многими уже знакомы. Мы давно с Денисом уже проводим такие вебинары. На самом деле у Дениса не все так плохо, как он описывает в плане PPC, я имею в виду. Было лучше просто, было великолепно. Было лучше, да, возможно. Я просто застал тот период, когда уже вот мы с тобой стали работать. И здесь, то, что я сейчас вижу, я не знаю, курсор показывает или нет. Видно курсор на трансляции? Да, все видно. Видно, вот. Сейчас вот у него за период у Дениса с 11 января до 11 декабря, до 11 января, 41. Это не куча... ОКОС, который... Я дико извиняюсь, я не буду говорить SOS, да, потому что уже все русские привыкли, русскоязычные привыкли к ОКОСу слова. Поэтому я буду говорить ОКОС, хотя правильно, конечно, SOS. Вот. 41%, то есть видали хуже, но вообще вот это в... Это трио ОКОС он сверху показывает у нас. Это размазанная реклама на всю органику. То есть если предположить, что мы органики продали на 100 рублей, а использовали из них реклама на 20 рублей и при этом используют 10 рублей на рекламу, то чистый PPC ОКОС будет 50%, потому что 10 или 20. А если трио ОКОС считать, то он будет всего на все 10%. Денис очень хороший на самом деле показатель органики. У него, вот если посмотреть опять же вот на эту таблицу, то у него органики почти 3/4. А PPC здесь показывает 24. И 40% у меня это база, потому что наценка позволяет. У тебя очень большая наценка, да. У тебя вообще красота, но она потихоньку начинает схлопываться, надо думать, что делать. Но пока, конечно, у тебя аккаунт замечательно красивый, и здесь все, в общем, замечательно, здорово. Вот. По прибыли то же самое, то есть у тебя за последний вот этот за отчетный месяц прибыль была 30 тысяч, и из них PPC тебе принесло 3 тысячи прибыли. Вот. Всего, это те цифры, которые основные, то есть всего было потрачено на рекламу $10 000, продали мы, знаете, $10 000 потраченных были у продаж 24 тысячи с копейками. 1 200 000 показов, 64. Это не самый лучший, но там на самом деле дальше будет видно, почему. Потому что там есть достаточно с высоким CTR-ом, есть низкий. То есть здесь не так все плохо с CTR-ом на самом деле. И вот всего было 4712 заказов за этот отчетный период. Из них по PPC пришло треть. 1465. Это, на самом деле, отличнейшие показатели. Вот если бы это росло, а не падало, да, то вообще можно было бы даже не париться над тем, потому что, хорош. И очень высокая конверсия, если видно, здесь 18%, это, хорошая вообще конверсия. Вот. У Дениса, опять же, здесь продаются 3 основных продукта. Мы здесь видим по ним статистику. Здесь у нас такой специальный режим, что мы вот эти абракадабры, это не связано с тем, что Денис такой абракадабр. Это связано с тем, что мы просто не хотим светить. Поэтому здесь все закодировано, картинки убраны, но, соответственно, цифры правильные. То есть можно понять, какие объемы, какие окосы у нас и так далее.
Также у нас вот здесь сверху видны этих товаров, они тоже довольно низкие, то есть очень хорошие, то есть это явно бестселлеры, то есть с такими бестселлерами. Соответственно, здесь у нас показана, ну, это общая картина, сколько всего было продаж товаров, то есть один товар больше всех, второй поменьше, третий еще меньше, сколько из этих общих продаж было продаж, составлял PPC-шные продажи, то есть через рекламу, сколько продалось товаров, сколько всего было заказов, какая была средняя цена на товар. Трюако здесь не посчитано, потому что, видимо, какого-то не хватало какой-то данных. Что уже заплатили на FBA, тоже не так много на самом деле. Какая была прибыль с рекламой и какая была общая прибыль. То есть общая прибыль, вот Денис было, то есть продал на 77 тысяч, прибыль у него общая минус FBA, минус реклама, минус все, по 30 тысяч, очень хорошая продажа на самом деле. Ну, почти там, ну, не половину, но близко к половине, почти 40% прибыли, это очень хороший показатель. И сколько на инвентаре осталось юнитов, тоже можно посмотреть, то есть там 800, там 900, это за 11 число, то есть это за практически за сегодняшние дни данные, то есть по остаткам на складе данные за сегодня. И БСР тоже довольно свежий. То есть здесь вот все можно посмотреть, что, то есть здесь скомпилирована вся информация, которую можно смотреть. Опять же, это все можно посмотреть в e-графиках. Здесь можем посмотреть всплески падения, когда были продажи. Ну, совершенно понятно, что это были вот здесь продажи, когда там было в Рождественский. Потом всплеск был вот здесь, видимо, реклама пошла больше. Ну, то есть такими всплесками продаж. Ну, естественно, самые большие вот здесь на 11 декабря были всплески, когда там у нас были все эти. Здесь было так более-менее тихо, как ни странно, кстати. У меня было. Просто не то, что Новый год на меня или PPC сильно влияет. Во-первых, PPC я занимаюсь всего... Ну, полтора месяца, не более того. А во-вторых, на меня больше влияли не праздники, а борьба с конкуренцией. Меня то банят, то разбанивают. Ну, короче, у меня весело. Ну, понятно. И здесь третья вкладка. Это компания. Здесь со список самых больших компаний по адспенду. То есть можно посмотреть, какие компании больше всего адспенда, что уходило. И здесь их все видно. Ну, это такая общая статистика. То есть вы в день, когда заходите, ты начинаете смотреть свою общую статистику, что поменялось, что осталось основным и так далее. Теперь, чтобы переходим к следующему этапу, мы теперь должны посмотреть, что мы можем соптимизировать здесь. Для этого мы должны, вот то, что Денис как раз рассказывал про Excel, то, что он делал в Excel, то есть он скачивал вот этот огромный Search Term Report, с Amazon он гигантский, там он там несколько байт, там один, закачивает это все в Excel, начинает там ковыряться, выискивать самые хорошие. Ну, это не только Денис, это любой. Ну, кто-то пользуется нашими там... скажем, аналогичными программами, как у нас там, типа PPC-скопы и так далее. Вот. Но у нас, например, это выглядит вот так. То есть если вы заходите в Search Terms, вы видите все эти отчеты по вашим... Есть два отчета по ключевикам, да, это Keywords отчет называется, и отчет по поисковым словам, то есть Search Terms. Разницу уже я в каждом семинаре повторяю, в каждом вебинаре. Keyword — это то, что вы даете рекламу, а Search Terms — это то, почему вас находят. То есть если вы дали рекламу по слову, там, я не знаю, кошка, то если вас нашли по слову белая кошка, то белая кошка — это будет search terms, а кошка — это будет ключевое слово. Соответственно, вот здесь все ключевые за период, опять же, с 1 декабря. Значит, сразу хочу сказать, у нас, опять же, мы не скажу, что перетянули это у соседей, но довольно интересная штука, которая многих делается. Так как количество Search Terms невероятно гигантское, ну, Денис еще не очень большой аккаунт, вот Сергей у нас здесь, с нами вместе, ну, то есть 417 страниц, а вот у Сергея, у него там невероятно гигантский аккаунт, и у него, если просто грузить по датам, это может грузиться там, ну, не знаю, час может грузиться, полчаса может грузиться. Мы сделали пресеты. Это максимально скомпилированные штуки, то есть можно выбрать какие-то определенные данные, то есть за два месяца последний, за месяц последний, за неделю последнюю, это называется пресеты. Они формируются каждую неделю, в конце недели, и по ним очень быстро грузится информация. Опять же, вы можете, если вам нужно прямо за конкретный какой-то период, там, 3 дня, пойти сюда и выбрать 3 дня. Но это может очень долго грузиться. Ну, если вы готовы подождать, то почему нет? Но быстрые пресеты, они вот здесь вот все. Они довольно быстро генерятся, их можно быстро посмотреть, сортировать и с ними работать. Лидерских отступлений. Поехали дальше. Что мы здесь видим? Это... за последний период, то есть с 1 декабря по 30, ну, за месяц удобно все смотреть, потому что больше статистики удобно смотреть.
Сергей может меня там поправлять, если я что-нибудь так говорю. Значит, что мы здесь видим? Дениса, у тебя какой? Ты говоришь, 40%, да, у тебя пограничный курс, да. Выше которого тебе уже не знаю, потому что тебя прибыль. Ну да, что я уже буду не в ноле работать, а мне уже не очень интересно. Да, то есть 40% пограничный окос. Опять же, здесь вопрос в том, что надо смотреть где. То есть, например, на экзактах... Я могу и 50 там позволить себе, да, понятно. Да, на экзактах можно побольше, потому что чем, как мы все знаем, экзакты хороши тем, что они что-то за собой организуют. Конечно. То есть, например, вот по вот этому топс-тупс, вот этому слову, да, топс-тупс, у него было 80 продаж. То есть, скорее всего, если там, то есть он довольно высоко находится в выдаче. Мы, кстати, точно так же это можем посмотреть, это все я сейчас расскажу, как это делается. Мы можем это посмотреть, как, на каком месте это находится, не пользуясь сторонним программой, типа Amazon One и так далее. Трейк настроен, он отдельно идет, я сейчас покажу, где он и как он работает. Что мы здесь видим? 36%, ну, в принципе, нормально. Это слово, но... Почему-то оно у нас занесено в негатив. Я не знаю почему, случайно, может, кто-то занес. Слово довольно неплохое. Окос, ну, пограничный, но жить можно. Спенд есть, ревеню есть. Слово экзактное, в принципе, до 50 его можно оставлять. На мой взгляд, его надо снять с АЕ. Да, снимаем, конечно. АЕ. Да, сейчас мы не будем снимать, потому что будет криво сниматься из вот этих абракадабр. Я просто буду показывать, в принципе, что можно сделать. Вот если вы запутались в этих АЕ, ЦЕ и так далее, здесь есть у нас такая кнопка «Легенда». Вы нажимаете, она все показывает. Значит, это касается компании. Вот зелененький кружочек – это enabled, running, то есть и рабочий. А ключевик пауза – это, соответственно, желтенький, и в архиве она серенький. И CP – это campaign phrase, CE – campaign exact. То есть на уровне компании негатив уходит phrase, на уровне компании в exact. A – это на уровне от группы, и AE – это на уровне от группы. Чем удобно, например, на кампейне, то есть если вы уверены, что этот ключевик во всех ваших от группах точно не будет работать, вернее, ключевик, а все, вы его баните на уровне от группы, то есть заносите негативы и на этом успокаиваетесь. То есть здесь очевидно, что чем удобство у нас еще программа, что мы можем из негатива прямо вот раз сюда, и мы вот сюда можем поставить, сейчас не будем этого делать, потому что у нас каркозябр может криво сработать. Но, в принципе... мы можем спокойно все поменять, и она сразу автоматически на сервер централи обновит, то есть вытащит его из негатива. Так, он его из негатива, давай еще раз, из негатива вытащит. У нас есть два варианта. Это пауза, и это, соответственно, удаленный полностью. У нас есть варианты два. То есть мы можем либо поставить ключевик на паузу. Кстати, вот эта старая версия, в новой версии, которая будет у нас, скорее всего, завтра, можно прямо где-то нажимать, но пока мы по старинке нажмем сюда. И, например, поставим его на паузу. Где у нас пауза? Вот. Пауза 1 секунду. Мы можем отсюда поставить на паузу. Но это мы ставим ключевик. Это опасное занятие. Почему? Потому что у этого ключевика, может быть, конкретно не работает именно этот серж-терс. А может, какие-то у нее серж-терсы, которые же шикарно работают. Но так как это экзакт, вряд ли у нее еще купить серж-терс. Потому что экзакты можно ставить спокойно. Ключевики, потому что, ну, кроме него других нет. А вот броды, фрейзы надо как-то очень аккуратно относиться к ставлю на паузу, лучше добавлять негатив. Экзакт одинаковые совершенно действия. Либо ты поставил на негатив, либо ты поставил на паузу. Это одно и то же, потому что экзакт других вариантов этого кейворда быть не может. А вот, например, у Брода, у него там миллиард разных вариантов. Если мы поставим на паузу все слово, да, тем более автокомпанию, то, ну, мы просто задушим трафик, который, может быть, там и хороший был такой. Поэтому лучше, когда вы не знаете, что делать, лучше добавляйте негативы. Потому что самое безопасное добавлять негатив. На паузу все-таки не всегда хорошо. Лучше всегда добавлять негативы. Далее. То есть что мы здесь поняли? Хорошо. Если мы добавили в негативы, а там я уже его удалил, в архив кинул. Что мне сделать? Или в паузе я нахожусь? Никак. Нет, из паузы ты можешь спокойно. Вот у нас, например, у тебя есть слово на паузе, да? Угу. Где-то я его увидел. Вот зелененькое, желтенькое, оно у тебя на паузе. Делать все очень просто. Бык, где вам слово на паузу? Бык. Удаляем из негатива, а здесь снимаем с паузы, правильно? А, да. А если у нас это не так, если это не так, то придется, соответственно, вставлять в ручном режиме идти. А если, да, если у тебя уже в архиве, то надо будет вставлять, да. Все ясно. Это когда так будет, это тоже несложно. Ну вот ты хочешь, вот отсюда нажимаешь и напишешь просто ран, при паузе кивок и все.
и потом их же просто снимаешь с негатива. Это сейчас они все обновляются, все быстро, и сразу в онлайн будет видно, что я снял. Сразу все в онлайне все происходит, то есть не надо ждать, ничего автоматически сразу происходит. Вот. А далее. То есть это, то есть в чем заключается работа? Мы, там, я не знаю, каждые три дня, каждую неделю, зависит от того, сколько у вас проектов статистики, мы лезем сюда. Если очень удобно сортировано под спенду, вы можете сортировать какую-то, ну, хоть по курсу сортируйте, но по курсу нет никакого смысла сортировать, потому что надо под спенду. Надо смотреть, что у вас больше всего пожирает деньги. И из этого уже исходить. Соответственно, на первом месте у нас по пожиранию вот это вот слово. А, кстати, еще удобная вещь, но здесь этого, скорее всего, Денис там особой ставки не менял, да, у него 4 на 1 штука. Если вы меняете ставки либо автопилотом, либо сами вручную, здесь у вас статистика беда. То есть вы можете себя посмотреть, как у вас со временем менялась ставка. Вот за последнее время, вот, вот пожалуйста, меняйте, как у вас ставка менялась. Ну, вот она была 2 доллара сначала, потом Денис не снизил до доллара 80. То есть это все можно смотреть, запоминать и смотреть, что... У нас еще в автопилоте есть ставка на вложение на курс. Это пока без автопилота ставка. А если вот сейчас, когда мы дойдем до автопилота, там еще будет зависимость беда от автокоса. Ну, то есть первое, что мы сделали, это мы вот сейчас по Денису аккаунт должны сделать что? То есть мы, в принципе, находим самые плохие слова сейчас. Это есть кнопка «Кос больше 50». Нажимаем сюда. То есть это те слова, которые у нас пожирают деньги, но взамен нам ничего не дают. Какого счастья в жизни они нам не приносят, а деньги пожирают. То есть что мы с ними должны делать? Мы их все должны отрубить. То есть, в принципе, экзакты мы можем ставить на паузу смело, но, опять же, нет смысла, потому что экзактом установка на паузу или с добавлением в негатив – это одно и то же. А по фрейзам мы только должны ставить по экзакту, потому что мы не знаем, может, какое-нибудь словосочетание шикарно работает, а мы поставим и уберем все. То есть это будет неправильно. То есть что мы делаем? Мы просто тупо выбираем вот эту всю красоту, просто тупо всю ее выбираем. Вот она все выбралась, потому что явно ничего хорошего здесь нет с такими опросами. Вот. Главное, чтобы они еще не нулевые были. Потому что нулевые – это означает, что нет продаж, то мы не знаем, может, просто слишком мало статистики. Мы сейчас чуть подальше работаем, скажу так. И всю вот эту красоту даже не думаем ни о чем, даже не думаем ни о чем, потому что это явно какая-то лажа. Мы всю эту красоту просто берем и засовываем. Сейчас я не буду это делать, мы просто сюда идем, засунем негатив. Все. И больше к ней возвращаемся, потому что все, это явно не рабочее. Потому что ну, у нас 111 долларов потрачено, 80% окос, ну, не работает. Есть второй вариант. Возможно, они все рабочие, но не на таких бедах. То есть, возможно, если мы попытаемся снизить как-то бит, то это все начнет тема замечательно работать, но к экзактам, как правило, это не относится, а здесь в основном экзакт. Это относится больше к броду и так далее. То есть мы начинаем собирать мелкий мусор, трафик сильно падает, какой-то мелкий хвостый мусор начинается. На бродах можно вот так прям не рубить с плеча, а на бродах можно просто играть с понижением ставок. Ну, ты обрати уже ставки сильно понижены, так что там поигрался как мог. Ну, там трафик упадет сразу, на самом деле. То есть упадет сразу трафик, ну, то есть такая ситуация... Можно попробовать снижать. Тяжело. Я ловил, но очень тяжело. И на очень длинных дистанциях. Вот как раз это вот такой радикальный вариант, он работает. Но есть еще и третий вариант. Есть еще третий вариант, это поставить на автопилот. Сейчас мы до него доберемся, чуть подальше, потому что Денис автопилот мы еще не ставили, как раз вот собирались ставить на следующей неделе, пока у него все ручное. Вот. До автопилота чуть попозже. Я на своем аккаунте покажу автопилот. Третий момент. Здравствуйте. Zero sale – это означает, что мы тратим рекламу, а продаж нет. Что это может быть? Это нерелевантные ключевики. Это может быть, ну, Денис, слава богу, особо таких нету. Ну, в основном это, кстати, вражеские осины. Ну, вот есть какой-то, там тоже спенд, так, у меня 16 лет пик. Ну, нельзя сказать, сейчас побольше период попробуем вытащить за 2 месяца. Вот за 2 месяца мы вытащим период, еще посмотрим, что там с Zero спендом с октября по декабрь. Ну, все равно все красиво. Нет, для распанить особо нет. Ну, вот какой-то есть товарищ. 28 кликов. Ну, он у тебя уже занесен негативы, да. Zero Spend – это нерелевантный ключ. С ними делать ничего не надо, их только тупо отключать. Даже думать ничего не надо, потому что это явно нерелевантный ключ. Но надо всегда смотреть нижнюю границу по Zero Spend. Так, сейчас нас оценил. Ты зашел в свой репорт, что ли? Нет. Кто-то зашел в твой репорт, это самое ответственное. Сейчас, ребят, соцсоединение. Сейчас я зайду, видимо, коды наши проверяют. Сейчас,
Там есть момент просто, когда за респенд я ориентируюсь на количество кликов больше 4, то есть 4 ставлю. Или 1000 показов, импрешн. То есть я понимаю, значит, импрешн показывает, но у меня не кликает, и слава богу, значит, он не востребован, значит, не релевант. Или 4 раза на меня кликнули и не купили. Я считаю, что это... То есть моя компания скорее передушна, чем нет. То есть логика такая. 4 клика или 1000 импрешн. Я их откидываю. Все остальные стараюсь с ними работать, смотреть, что дальше получится. Потому что да, у меня очень часто... Таких вещей как раз у нас, как раз и таких вещей у нас есть фильтры. Да, то есть ты здесь, например, ставишь минимальное количество кликов, сколько у тебя, 4 у тебя там? Да, я 4 ставлю и 999 по импрешн. 4,999 импрешн. И нулевой, чтобы был этот самый. Ну, 0,01 поставим. Да, 0,01, потому что 0 что-то как-то. Да. Бывает близко. Ну, у тебя все нормально, видишь, особо ничего нет такого. Ну, там 10, это не криминал, на самом деле. Плохо, когда там 20 клик, 30 клик, у тебя тут все, видимо, ты все сечешь вовремя, у тебя тут ничего не появляется. Ну, я говорю, у меня компания скорее передушна, на самом деле, то есть, чем недодушна. Да. За это я просто, я говорю, я учился, я и сейчас учусь, потому что я PPC никогда профессионально не занимался, из-за этого как бы потихонечку, вот сейчас вникаю в этот процесс и выстраиваю себе стратегию, чтобы с минимальной потерей времени делать максимальный эффект. Потому что я не собираюсь весь упор делать, как и продолжать на PPC, но уделил, так скажем, гораздо больше внимания, чем раньше. Окей. Так, с этим все понятно. Здесь мы более-менее поняли, что делать. То есть каждую неделю, вот сейчас опять на уйду, каждую неделю мы заходим сюда там, или каждые 3 дня, смотрим, что у нас там с нашими наиболее жирными там, ключевиками происходит. Вот, который у нас здесь, пытаемся как эту ситуацию вырулить. То есть первый метод, как я сказал, выключает. Второй метод, вот когда у нас, например, окос вот 49.7, он уже выше, чем пограничный, значит, верстка светлого экрана разрешения не половина. 47-49 это пограничный уже. То есть что мы здесь можем делать? Включать его, в принципе, не надо, потому что экзакт, вполне можем просто чуть-чуть, может быть, он на самых верхних ставках на поиск, мы можем просто чуть-чуть понизить ставку. То есть вместо 1,5 сделать, ну, я не знаю, там 1, то есть там 40 надо, 1,3 где-нибудь, да? Вот сейчас опять же я не буду это делать, но cancel. Но, соответственно, если мы сейчас пойдем в ключевики сейчас, с компанией заходить сейчас, какая компания была. Сейчас, нет. Ну, то есть проще всего, не буду заходить туда пока, а проще всего еще попробовать менять ставки. То есть если у нас слишком высокий сейчас окос, мы просто уменьшаем ставку и смотрим, что происходит. Возможно, есть вариант, что мы не выпадем из показа, но ну, то есть мы чуть-чуть пониже переместимся, а цена будет дешевле, нас будет нажимать меньше, но зато окос у нас будет тот, который нас устраивает. Да, у нас будет меньше кликов. Да, у нас будет меньше продаж, но зато у нас будет окос, который нас устраивает. Такой вариант тоже возможен и совершенно прекрасно работает. Собственно, для этого, вот сейчас мы как раз плавно переходим, для этого существует автопилот. Ну, опять же, то есть пока мы смотрим руками. То есть, ну, вот прошлись по 7-7-9, но тут тогда надо где-то 2 раза лезть. То есть сейчас у нас 1 ставка, ставим 0,5. Да, то есть здесь поставили ставку 0,5. Здесь не надо ставить ставку. У нас один тоже включили, понятно. Один на экзакте, второй на это. Да не будем сейчас пока. Соответственно, ну да, здесь он 0 не смог обновить, естественно. Так, соответственно, то же самое здесь. 59 мы можем чуть-чуть срезать, там, я не знаю, там было 60,
стало там, я не знаю, там 0,7 поставить и так далее. То есть это весь процесс, в принципе, можно делать руками каждый день, там, я не знаю, там раз в неделю, но это довольно, в общем-то, если вот как у Дениса, вот огромное количество ключевиков, вот 417 страниц ключевика, то представляете, да, там с утра до ночи сидеть, все править, выправлять, потому что, ну, вот те хорошие, в принципе, можно поднять повыше, потому что у нас запас вверх есть, а мы можем оказаться повыше, у нас станет больше продаж, тоже в этом плюс есть. Вот. И для этого у нас есть такая штука, называется автопилот. А у нас сейчас автопилот, мы его перерабатывали там невероятно количество. У нас уже практически год мы его тестировали. Сейчас он на таком уровне, что он, ну, довольно вырезанный, второй работ. Вот. То есть первое время у нас были там жалобы от людей, что он просто снижал ставки и вылетали из зоны показов. То есть он, видишь, у нас ставку снизил, он снижал, все, и зоны показывали. Сейчас у нас довольно много настроек у него, которые позволяют это обойти, а если все-таки ему очень хочется снизить ставку, он ее не снижает, он просто идет в... вот сейчас я покажу, у нас система ворнинга, там показывают сообщение, что ребята, нам необходимо снизить ставку, и согласны вы или не согласны. Это уже участие человека, потому что когда вылетели из показов, это очень довольно неприятная тема. Вот, давайте перед тем, как пойдем на автопилот, я извиняюсь, тут еще немножко глючит, потому что мы вот эту абракадабру включили, а система ее не очень хорошо воспринимает, поэтому некоторые глюки включаются. Я, в принципе, готов на свой аккаунт перейти, где не будет этой абракадабры. Поэтому, если какие-то есть вопросы по Денису и по Денису аккаунту и по работе, давайте... Да, потому что, может, у вас такие же проблемы там и так далее, и так далее. То есть, куда двинуться, как двинуться, зачем? Да, да, давайте, если есть вопросы. Подскажите, вот такой вопросик. Можно ли как-то задушить рекламу, скажем, по вот времени? Утро, допустим. Да. Сейчас я до этого дойду. Потом, да, с 9 утра там по американскому времени поднять. Там. Есть такая буква. Есть такая динамика. По динамике, да, у меня, допустим, видно, когда продажи и просто оба, так сказать. Да. У нас это можно сделать через автопилот. А в автопилоте у нас есть секция Schedule называется. И, ну, я сейчас дойду до автопилота, я это покажу. То есть там есть возможность выбирать по времени, когда у вас либо вообще отключать рекламу на это время, либо по понижающему коэффициенту его пускать. То есть, условно говоря, в такое-то время, значит, у вас пока цена за клик будет в два раза ниже, чем дневное. Либо вообще какую-то базовую ставку устанавливать, 10 центов на весь ночной период. А потом днем она будет возвращаться к обычной ставке. У нас это есть, называется Schedule. На моем аккаунте это работает, у меня некоторые ключевики в Schedule работают. Вот. Я покажу сейчас, как это все делается. Да, все, это все у нас есть, это все включается через автопилот. Schedule, это называется Schedule. Супер, будет интересно. Спасибо. Пожалуйста. Вопросов нет, двигаемся дальше. Так, давайте тогда... сейчас я зайду в аккаунт. А, тут еще спрашивают, код для скидки можно по-братски? У нас там какая-то же эта рефералка есть, а сейчас тогда подготовлю. Есть, мы тогда в конце, да, я тебе скину тогда вот, скидки по-братски. Да. Тогда переходим к двум следующим интереснейшим вещам. Это брейкинг, он работает на моем аккаунте, поэтому я сейчас на него зайду. Ну, у меня такой тестовый аккаунт, он совсем дохлый. И продажи есть, но на нем удобно все показывать. Сейчас я в него зайду. И на моем аккаунте работа автолог, я тоже покажу, как там все работает. Сейчас только я Денис выйду. Так, я сейчас ссылку скину. 25% там скидка. Да. Сейчас я. Ну, давай, работай, я просто свою скину, да, сейчас. Я пока зайду в свой аккаунт. Так, вот. Вот там, пожалуйста. Тестовый аккаунт. Что-то даже есть. Но здесь работает трекинг и автопилот, чем он приятен. Сейчас посмотрим все остальное. Нет, не то. Здесь очень много что по автопилоту есть, можем посмотреть. Тут цифры единственного в разнобой все идут. И здесь уже нововведение, но это у нас тестовый сервер. Те, которые будут выкачаны, скорее всего, где-то в понедельник, выкачаны будут на основном. Но здесь уже их можно посмотреть, как они работают. Значит, основные нововведения, которые, ну, сразу, я, раз уж я сюда зашел,
у каждого беда. Мы здесь будем показывать suggested range. Что такое suggested range, я думаю, все знают. Это диапазон, который Amazon считает, но не считает, он знает. Если вы будете делать бит в этом диапазоне, то вы будете показываться в его выдаче на первой странице. Ну или вообще в там, то есть вас будут видеть, у вас пойдут показы. Если у вас, вот, например, для вот этого непонятного слова, чтобы вы находились в показах, вам нужно ставку бить от $22 до $25. А оптимально, как он считается, suggested bid, это $65. Это данные мы не сами придумываем, мы для каждого слова тягаем его с Амазона в режиме каждый суд, ну там сутки обновления, то есть каждый сутки мы тягаем, и это реальный, то есть не наши какие-то предсказания или еще что-то, это реальный suggested с Амазона. Соответственно, когда вы что-то будете, ну, на автокомпаниях это делать нельзя, потому что надо сначала снять компанию, а потом уже делать, а на обычных ключевиках, которые у вас без автокомпании, вы можете сами руками поставлять suggested, не залазить в сейл централ. Очень удобная штука, на самом деле. То есть вы прямо отсюда можете поставить там в негатив, если надо. Если надо, suggested вы знаете, или range вы знаете, можете любое значение поставить, либо значение из suggested, просто на эту кнопку нажать, она сюда скопируется. Ну и так далее. Это я как раз зашел в киворцы. Здесь в киворцах вот как раз много статистики. Сейчас я попытаюсь найти по шкеду, где у нас с рекламой есть. Ой, не с рекламой, а с остановкой по времени. Сейчас я их видел. У нас были какие-то ключевики, стояли на показах, которые были по времени. Что-то я их не вижу, но я сейчас найду какую-нибудь компанию, где-то я какой-то компании там самый жирный видео. Ну ладно, сейчас попозже посмотрю. Вот, теперь то, что мы говорили с Денисом по поводу того, что делать, если у вас хорошие, ну то есть идут показы, идут продажи, но окост великова. То есть можем сделать следующее. Вот, у вас есть битрейндж. То есть у вас, предположим, давайте рассмотрим такую ситуацию. Предположим. У вас есть ставка сейчас, ну, $20, не $50, $20. Вы видите свой битрейндж, то есть это тот диапазон, в котором у вас будут показы. То есть в котором, да, вот ближе к 0.96 у вас будет меньше, как $50 у вас будет больше. Оптимальный, как считает Amazon, $45. У вас сейчас ставка $50. Предположим, молоко у вас, вот, если у Дениса 40 граничит, у вас 80. То есть у вас $1.50 ставка, а кост 80, а вам нужно ровно в два раза снижать. Что здесь происходит? Здесь очень хороший случай. То есть вы можете порезать эту ставку ровно в два раза. То есть вместо $50 поставить 75 центов. Что при этом произойдет? При этом произойдет, вы выпадете из диапазона показов. То есть у вас будет ставка ниже, чем Amazon начнет вас показывать. То есть вы будете собирать какие-то крошечные импрессионы, где-то сбоку на 25 страниц у вас все равно, конечно, покажет, но основного потока показов, и вот это называется вываливание из гарантированных показов. Вы выпадете из гарантии. Чем это хорошо? Это ничем не хорошо. Это вы теряете, то есть это все равно, что вы выключили ключи. Ну, подожди, нет, на плакус у вас будет хорошо. Что в таком случае делать? Попробовать уйти на самую низкую 96-ю. То есть где-то внизу, с края, ну, хоть что-то, чтобы 96-97 поставить. И посмотреть, может быть, чудом у вас как-то окос все-таки исправится, там, ближе к 40 будет. Вдруг произойдет чудо. То есть можно на это надеяться, и, в принципе, иногда такое бывает. То есть вместо того, чтобы резать до 76, вы режете до 96-97. Вы попадаете вот сюда вниз, в выдачу, но у вас по-прежнему идет трафик, по-прежнему идут продажи, но их меньше, но следите за косом, что получается. То есть вы по высоким, когда вы не можете порезать ниже, уйти в гарантии, соответственно, вы режете самый низ гарантии. Вот, в принципе, то же самое делает наш автопилот. Я сейчас дальше покажу так. Ну, здесь получше, здесь вот 45 низ гарантии, здесь большой размах, разброс, то есть можно так поэкспериментировать. Suggested bid – это что считает Amazon, что у вас будет самое хорошее соотношение по цене клика и по количеству кликов. То есть вам не надо будет переплачивать, соответственно, за полтора. Там, кстати, есть еще бит-плюс, который будет у вас не полтора, а три. Да, там он повышает вашу ставку еще, но зато он на самом верху красиво показывается. Но тем не менее, а вот Amazon считает, что $45 для вас будет самая красота. Вы можете не согласиться на это, но он будет показывать как $45. Вот. Опять же, это все ручной труд, но уже с умом. То есть вы уже с умом понимаете, что вам не надо выпадать из гарантии, что вам желательно оставаться
в гарантированных показах, но пытаться посмотреть, что произойдет с Косом, то есть выправить, он не выправит, если он не выправил, то все, у вас вариантов нет, вам уходите с гарантии. Потому что зачем вам такой гигантский Кос? Ну, если вы, то, что вы уйдете с гарантии, да, вы потеряете все. Ну, то есть это ключевик для вас не работает. То есть выход из гарантии – это все. Это ни продаж, ни показов, ни клик, ничего нет. Соответственно, это печальный вывод, что вы не конкурируете с вашими конкурентами, поэтому ключевику. Варианты могут быть разные. Нерелевантный, плохой листинг, плохое объявление, там масса всего может быть. Ну, плохое объявление вряд ли, потому что она вас ожимает, то есть стерва стоит. Скорее всего, плохой листинг, либо оно нерелевантно вам. То есть, скорее всего, что это такой побочка, люди нажимают, думают, да не, ну, наверное, мне не надо, и уходят. Вот. Поэтому вот такие слова надо пытаться сначала, если у вас слишком высокий окос, вытаскивать их наверх гарантии. Если это все хреново, ну все, тогда прощай, ставить какой-нибудь низкий и там ловить какие-то совсем маленькие показы и клики. Вот. Это если мы делаем руками. То есть, опять же, вот в новой версии, которая будет выключена, это у нас тестовый тестер, и в понедельник, когда будет выключена вот с такими вещами, вы можете уже сами думать, какой вам вид. Ну, в принципе, то же самое с Seller Central, только у нас удобнее, потому что здесь все перевернуто, видно, как чего. Так, теперь вернемся к автопилоту. Если здесь какие-то есть вопросы по бидрейнджу, и поэтому спрашивайте, если нет, я перейду тогда к автопилоту. Нет вопросов, да? Вообще вопросов нет. Отлично. Значит, я понятно рассказываю. Здесь, смотрите, значит, здесь какие у нас штуки есть. Вот эти компании стоят на автопилот. На ЧОК это означает, компания ведется автопилот. Здесь у нас, во-первых, это отвечает тем, что здесь нельзя редактировать, потому что для того, чтобы можно было редактировать, надо сначала стоять автопилота, потом ее редактировать. Но единственное, что на автопилоте все равно также можно вести негатив. То есть обычно автопилот сам заносит негатив, но если вы решили опережение сработать, то вы можете сами здесь выбрать и занести в какой-нибудь негатив, если хотите. Вот. Давай подойдем к автокомпании. Здесь опять же Bit History. Вот как она менялась, она довольно так динамично меняется время от времени. Давайте зайдем по статистике по автопилоту. Ну, здесь не очень удачное слово, потому что очень мало, видимо, по нему статистики, да, там не будем его смотреть, потому что там ноль профита, там боксы. Но вот то, что мы открыли, там зависимость, беда от окоса, точнее, окоса от беда. То есть если бит уменьшается, окос уменьшается, если бит увеличится, окос увеличится, вот там такой график, они все видят. А сейчас мы, собственно, перейдем к настройкам автопилота. Как делается, что такое автопилот, я отдельно рассказывал на каких-то вещах. Это очень просто объяснить. Это вот все то же самое, что мы делали руками сейчас, выравнивали эти беды, смотрели, какой окос, добавляли в негативы и так далее. Не обязательно все делать это вручную. Оказывается, может умный компьютер делать все за нас, и все те же самые действия, что мы делаем руками, он может делать это за нас в автоматическом режиме. Просто мы должны ему задать какие-то параметры, в которых он должен это все действовать. И дальше он будет делать все сам, без нас. Соответственно, как это, если у вас огромное количество ключевиков, это очень упрощает. Я могу вам показать схему, блок-схему, как у нас действует автопилот. Она, по-моему, на трех листах не вмещается. Там гигантская логика сейчас у нас, там такой очень искусственный интеллект, там уже, наверное, как у собаки, но до человека еще не добрался. Но очень мощная штука. Соответственно, мы его оставляем. Значит, здесь мы с самого начала мы пишем вот таргет окос. Это тот окос, к которому мы стремимся. Что значит стремимся? Если у нас ниже, он будет повышать, если у нас выше, он будет понижать. То есть, то есть нам хотелось бы от него увидеть такой окос. То есть выравнивать бедры, он должен, чтобы в итоге достичь такого окоса. Дальше, максимум бит, это понятно, что это максимальный ставка, который он может сделать. И если вдруг ему захочется делать ставку выше, он не сможет сделать, он в ворлинг вылез сообщение, что ребята не запретили, но мне очень хочется, может быть, ими все-таки на разик решили. Ворнинги мы сейчас вернемся, я вам покажу, как они работают. Ворнинги, это если очень коротко, это то, что что-то мешает автопилоту сделать лучше, как он считает. И вот какие-то рамки мы поставим, например, максимальный бит, там, или нельзя вываливаться с гарантии показов. Ему очень хочется, но ему запретили. Вот он идет в ворнинги и говорит, что, ребят, мне запретили, ну вот, может быть, вы не разрешите, а вы его решаете сами. Разрешите его. Дальше. Just beat across 0. Что это значит? Это значит,
когда у нас нет статистики по продажам, ничего не делать. Это по умолчанию лучше оставлять, потому что будет максимально точным. Если это убрать, он начинает пальцем тыкать небо, но здесь, возможно, какие-то сливы бюджетов, но там в пределах 10-20 долларов. А если у вас много ключевиков, то это очень тоже очень хорошо. Поэтому она обычно всегда нажата. Галка всегда стоит, потому что пока не будет продаж, он ничего не делает, он просто наблюдает за статистикой. Дальше, минимальное количество для того, чтобы настраивать, начинать делать какие-то выводы. Это 20 штук, но, как правило, 20 штук – это 5% конверсии. Ну, у большинства 5% конверсии она есть. Ну, минимум 5, там больше. То есть, если у вас меньше 5% конверсии, это означает, что вам нужно с листингом делать. Это значит не то. Бизнес 18%. Да? А 18% конверсии – это уже каждый пятый-шестой клик должен вам уже заказ приносить. А есть 20. То есть, это уже на третий-четвертый раз заказ он пойдет уже управлять вам старт. Далее. Start adjusting from bid. Значит, здесь у нас есть два варианта. Это та ставка, с которой он начинает двигаться. То есть вы какую-то, естественно, ставку ему задавали, но, как правило, он не обращает внимания, потому что ну, он с нуля начинает все проверять. Либо сверху, либо снизу и так далее. Но ваша та ставка, которую вы ставили, ему, как правило, не нравится. Поэтому здесь есть два варианта. Либо мы вот эту галку убираем и ставим свою какую-то ставку, либо мы оставляем эту галку, и здесь она начинает двигаться вверх с lowest suggested, тот самый range, да, который мы смотрели, вот этот range. Вот он начинает, вы предположим, если мы здесь включим автопилот, он начинает двигаться вверх ставки 96. То есть он ставит 96, смотрит, собирает статистику, что происходит с этой ставкой, а курс у нас низкий, можно вверх еще ползти, и он начинает выше ползти, пока у нас курс не тратится. А если же, например, 96 он поставил, а курс у него все равно здоровый, он побежит жаловаться нам, что, ну, сейчас я покажу, что там дальше. Соответственно, здесь вот у нас, то есть это он двигается, начиная вот с нижней границы диапазона. Дальше. Не уходить, вот это важная галка на высоких ключевиках, где, который вам приносит трафик, который вам приносит продажи, эту галку обязательно надо оставлять, потому что она не дает вываливаться с гарантийного показа. То есть робот по умолчанию не может поставить ставку ниже, чем вот это вот значение, чем вот здесь вот в данном случае 0.96. То есть он из нее выпасть не может, потому что если у него выпадет вот старый робот, который только первую версию вводили, он из нее вываливается только путь, и люди в основном жалуются, что да, у них был кост высокий, но у них были хоть какие-то продажи. А он вывалился из диапазона, продажи исчезли. И у нас вот довольно давно уже есть такая настройка, что робот просто тупо не может вывалиться из этого диапазона, потому что ему мы зрители. Соответственно, вот эта настройка Don't go lower than Rogers suggests a bit in the range означает, что он не может сделать ставку ниже, чем ставка минимальная вот в этом диапазоне. Чем это плохо? Это плохо тем, что если окос все равно высокий, он так и будет высокий. Но он умный, точнее, вот эта система, она довольно обо всем нас предупреждает. То есть если вдруг он не может сделать эту ставку, он не будет молчать. Он пойдет и скажет нам об этом, сейчас я покажу где. Вот. То есть он скажет, что да, я пытаюсь, у меня слишком высокий окос, мне надо его снизить, ребята, но не получается, вы задали эту границу, и вот этот ворник, он вываливается, мы его видим, и мы уже дальше думаем, что нам делать. Ага, у нас слишком много денег вываливается, мы не можем удержать откос, мы не можем, все, давай, иди ниже, ты бус, мы потеряем здесь продажи, мы на этом учили, но зато хоть денег не будем терять. Тогда мы будем снимать этот галку. Вот это вторая, это еще более такое угнетенное состояние. Первое, это означает, что она не может уйти ниже этого бедра. То есть в нашем случае он не может уйти ниже, чем $45. Это означает, что если мы не хотим вообще терять продажи, то есть мы хотим все время вверху где-то находиться, и робот должен как-то ухитряться, манипулировать, действовать там, от $45 и до $3. Что хочет, то и делать. Естественно, в большинстве случаев он это сделать не может, чтобы корни за ворнингом вываливаться, и мы будем уже снимать эту границу. Но вполне почему нет. То есть можно оставлять и вот эту границу. Третье – это ограничение верхней границы. В нашем случае, если мы поставим вот эту галку, то есть он может делать та ставку только с 0.96 до $1.50. То есть никуда больше он не может двинуться. Мы его закрыли с двух сторон, и он будет в этом диапазоне делать ставку. Ну, естественно, это будет длиться недолго. Куда-то он упрется и вылезет в верхнюю, и он скажет, ребята, я запер, давай сюда. Вот эта плавность хода мы переработали. Сейчас у нас робот несколько изменил свою структуру, он меньше опирается на
температуру погоды на Марсе, которую мы раньше делали, потому что у нас был мало статистических данных. Сейчас мы пришли к тому, что мы будем делать ставки, опираясь только на статистические данные. Мы не будем делать предсказания, как мы делали раньше. Поэтому вот эта ставка, в принципе, сейчас ни на что не влияет. Мы ее можем все равно оставлять, она работает. Но в данном случае она не позволяет роботу скакать. Раньше были скачки, так как мы предсказывали все время следующий бит. А сейчас мы опираемся исключительно на статистику, и скачков как таковых у нас нет. Ну и это, соответственно, режим работы робота. Это fast expansive. Что это означает? Это означает, что у нас двигается с верхней границы сюжета бита вниз. А словом expensive это означает, что он движется с нижней границы. Fast expensive это мы потратим больше бюджета, у нас будет больше статистики, мы быстрее узнаем, какой у нас окос нужен, какой бит нам нужен, но мы на это потратим больше денег. А, соответственно, слово это мы пойдем снизу, медленно, печально, собираем статистику, она будет дольше собираться, денег мы потратим меньше, но по времени заказам это будет тоже меньше. Вот, наверное, это какие-то вопросы есть, если я тогда отвечу, если нет, тогда к трекингу и к расписанию тогда перейду. Тогда. А где по времени регулируется показ? По времени, да, сейчас я как раз до этого дойду. Да. Okay. Я про это помню, это чуть подальше. Да. Я про это не забыл, я сейчас только расскажу. По самому автопилоту, я так понимаю, вопросов никого нет, то есть можно уже дальше двигаться. Ну, по автопилоту нет, вот тут единственный вопрос, что такое, добрый день, что делать, если ключевик во фрезе или броде не работает, то когда в негатив, пауза или снизить ставку? Еще раз не слышно, по фрезу, броде, так, фрезе если, короче, работает. Если ключевик во фрезе или броде не работает, что тогда делать? Отправлять в негатив, на паузу или снизить ставку. А что значит не работает? Окос слишком высокий. Ну да, я тоже так, такой вопрос просто тут. Ну, тут миллион вариаций, думаю, можно сделать. Окос высокий или вообще нулевой? Что значит не работает? Сложно сказать. Не понял вопрос. Ну, давайте рассмотрим два варианта. Если окос высокий, на броде это все, это можно ничего не делать. Это уже все плохо, потому что если на броде окос высокий... В негатив, значит. Нет, негатив там не получится, потому что там, представляешь, сколько на броде негатив на шарашке. На броде тогда надо пытаться снижать ставку, и если это не сработает, отключать. Потому что, ну, тогда все. Ну, его поставить есть... в негатив же можно, этот во фрезе. А смысл у тебя брод? Ну, у тебя остальные полезны. Речь про серф-терм. Сейчас про что у нас? Да я не знаю, тут ничего же не написано больше. Ну, если, опять же, здесь надо смотреть. Если речь у нас идет про серф-терм, то его надо негативы. Если тут же два процесса у нас идет. Один процесс снижения ставки, регулирования ставки, а второй нахождение вот этих поганых словечек. Мы, кстати, забыл сказать, автопилот еще занимается чем? Автопилот еще устроена схема, когда он находит серф-терм соответственно, либо слишком высоким, заскаливающим, ну, как правило, там более сотни, либо с нулевым окосом, именно серф-терсы, не ключевики, а серф-терсы, которые привязаны к этому ключевику, он их добавляет в негатив. То есть, либо окос больше 100, либо окос равен нулю. То есть, еще раз замечу, не у ключевика, а у серф-терсы. В таком случае автоматически происходит добавление и вываливается ворнинг. Я вам сейчас покажу, где это все происходит. Так, у меня вопросов больше нет. Давайте все-таки перейдем к системе ворнингов. Значит, вот есть такая у нас система, меню автопилот. Собственно, куда все вывалится ворнинги. На данный момент у нас здесь какие-то ворнинги необработанные есть. Вот как раз хороший пример о том, что я говорил. Вот найдено неэффективное ключевое слово. И автопилот и автоматически отправил негатив. Ну, то есть он посмотрел статистику, посмотрел, что там не ключевик, а именно этот самый... серф-терм. Он посмотрел, что ему что-то не понравилось, но там можно посмотреть, что конкретно не понравилось ему. Он на него поглядел, сказал, нет, ты нам не подходишь, и автопилот автоматически засунул негатив. В принципе, вот как раз это вот удобная схема, то есть вам не нужно самому бегать всю неделю смотреть, потому что автопилот автоматически либо нулевики, либо с окосом выше сотни, именно серф-терм будет сам засовывать негатив. То есть вам не нужно участвовать в этом, он сам все сделает.
А оставшиеся вещи, вот как раз то, о чем я говорил. Вот у меня огромное, у нас вот сколько здесь поднакопилось? Ну, так много, 10 форм поднакопилось в последнее время. Это как раз самое, то самое, что, о чем я говорил, это он не может установить. А беды что-то ему мешает. В каждом из этих случаев здесь что-то происходит, в которое требуется участие человека. То есть либо понизить ставку, либо убрать границу, либо верхнюю границу, либо нижнюю границу. И мы можем, то есть он здесь нам показывает, что не так происходит, а мы можем либо согласиться, то есть давай снижай ставку, убирай границу и можешь снижать ставку, либо это accept называется. Мы можем, кстати, все принять. А, либо мы не согласны. Нет, дорогой, давай, меня все устраивает, пусть будет такой высокий окос, хрен с ним, соответственно, не будем это убирать. И, соответственно, автосуджесты, чтобы он больше не... То есть это на какой-то период времени. А автосуджест это означает, что если вдруг еще какие-то вопросы по этому ключевику, пусть система сама вот и думает, что делать. То есть она не решает, что надо снизить бит ниже диапазона. Ну, значит, давай снижать. Вот. И это delay, это означает какое-то время пока больше объявлений. И вот все как раз вот эти ворнинги, которые вываливаются по сети ключевика, мы здесь все можем посмотреть. И... точно так же можем посмотреть, например, на автопилот, как и нашим компаниям, сколько ворнингов, деяний и так далее. То есть это можем посмотреть. А difference – это означает, какой у нас на самом деле target окос, это какой у нас реальный окос и какой difference. А, соответственно, минусовый difference плохой, плюсовый – это хороший. Есть еще графики, но графики довольно сложны для понимания, они такие очень сложные. Это разница между... тем, чем мы хотим, и что на самом деле есть в виде графика. Но это только для совсем гиков, кто их разглядывает. Я ни разу их не разглядывал, но они у нас есть. А теперь задан вопрос был по поводу того, как нам добавлять ключевики на расписание. Сейчас покажу. Компания. Ну... здесь я уже миллион раз рассказывал про это, я, наверное, не буду больше про это рассказывать, потому что все уже знают. Я постараюсь снова рассказывать, что у нас здесь есть. Еще раз, система может немножко подглючивать, потому что вот с этими грекозямбами она не всегда хорошо работает. Когда вы в свой нормальный аккаунт войдете, у вас там немножко что будет по-другому выглядеть. Как грекозямба, она немножко пугается и так сложно переписывать. А, про трекинг. Давайте еще это самое. А, ну давайте про schedule расскажу, раз начал про schedule. Вот такой пункт меню schedule 1 select keywords. А, не обязательно только точно так же, как у нас schedule можно ставить. То есть у нас система растровая. То есть у вас можно ставить компанию, AdWord, ключевик отдельно. Все из этого можно ставить на автопилот. Все из этого можно ставить на расписание. Соответственно, если вы зайдете обратно в компанию, вот сюда. И точно так же здесь вот стоп, там connection. А, отсюда то же самое. Ископать. Ну, ладно, потом покажу. Точно так же можно все ставить. Давайте я уже с ключевика начал, откуда и начну. Как поставить на расписание. Ну, предположим, я хочу вот эти ключевики поставить на расписание. Вот здесь schedule 15 select keywords. И вот настройки. А с 0.37, ну то есть 12.30 ночи до, ну давайте начнем там, не знаю, с часу ночи, предположим. А мы не хотим показывать до 8 утра, тоже АМ должно быть. А вообще не показывать в этот период. Вот есть такой выбор. Do not show ads in this period. То есть с часу ночи эти ключевики система будет отключать, я показываю. Все. То есть она будет все эти ключевики ставить на паузу. Часу ночи до 8 утра. Ну, или там с 0.30, там, или с 0, там, без разницы. В какое время вы выберете, она будет просто отрубать рекламу. Ставить ключевики на паузу. Второй вариант. Ставить какой-то бит на этот период. Да, понижение надо. Я бы не отключал вообще. Да. Можно просто поставить какой-то бит на этот период. То есть поставить, например, 3 цента, и у вас все... ключевики будут показываться по 3 цента за клик. Либо мультиплайер, то есть какой-то коэффициент. То есть, предположим, вы хотите, чтобы ваше объявление показывалось ценой в 2 раза меньше. Вы ставите мультиплайер 0.5.
Все, что душе угодно. Да, то есть либо в два раза снижать ставку на мультиплеер 0.5, то есть в два раза меньше будет, либо поставить на какую-то ставку, либо вообще не показывать. Все, после этого вы нажимаете сейф, я сейчас не буду нажимать, потому что мне не надо. И, соответственно, у вас это все применится. И потом, когда вы это примените, у вас будет значочек здесь такой с часами, что на этом ключевике работает расписание. Вы увидите, сразу появится вот здесь значочек с часами. То сразу будете видеть, что на этом ключевике действует расписание. Если на этот значочек нажать, она вам покажет расписание, там можно включать, включать. Мультиплеер снижает ставку или... Ставку. То есть если у вас... Бит, короче. Да, бит. То есть если у вас был доллар бит, то у вас будет 0.5. Если у вас был 0.5, у вас будет 0.25. То есть она умножает вашу текущую ставку на 0.5. Ну, то есть, грубо говоря, делит пополам. Понятно? Сколько в Америке часовых поясов? Ну, там есть Eastern Time. Да, надо статистику смотреть в репорте, а потом от этого отталкиваться. На самом деле, вот это очень интересная ситуация, что приблизительно продажи одинаковые на южной, на северное побережье, на западное побережье, на восточное побережье приблизительно одинаковые. Потому что восточный там Нью-Йорк, а на западном там Лос-Анджелес и Франкфурт. Ну там 6 часов, насколько я понял. Сколько там, 6-8? Нет, 3 часа разницы. Ну там, ё-моё, 3 часа. Поэтому здесь нет такого, что, например, там в Нью-Йорке все там продают, а в Лос-Анджелесе не продают. Там приблизительно 50 на 50. Поэтому лучше всего врубать где-то после того, как в Лос-Анджелесе наступит. Вот, то есть, и до того, как в Нью-Йорке проснулся. То есть в Нью-Йорке раньше утром наступает. То есть, например, там 12 часов по Лос-Анджелесу, у Амазон в Лос-Анджелесе время, да, то есть это Western Time. Вот. И до, там, я не знаю, до 5 утра, там, до 8, до 9, пока там с нуля до 5. Поэтому здесь каждый смотрит сам. А в программе статистики по ключу нет, то есть вот именно, чтобы посмотреть. В какое время, а не дает Амазон, не дает Амазон временно. Мы бы сразу его показали. А в бизнес-репорте разве не показано в селлер-централе по графику, когда продажи у нас были? А, когда продажи, ты имеешь в виду? Ну, общие, да, но не по одному же ключу. Нет, но это уж... если, ну, честно говоря, да, мы так не упарывались, но, в принципе, можно это поставить на разработку. Чтобы это показать. Да, ну, это уже извращенство какое-то. А если 50 у вас товаров? Нет, в принципе, раньше, нет, на самом деле, если вдруг действительно кому-то это интересно, я думаю, что это написать там не так долго, это там один SQL-ный запрос такой сделать. Можно посмотреть ради интереса, сравнить окос, предположим, ночью, окос днем. Да? То есть если окос ночью заведомо выше, то надо тогда действительно снижать ставки на ночь. Вот. Можно так сделать. Кстати, давайте вот следующий сценарий как раз это мы сделаем. Мне самому стало интересно. Ну, давай. Мы просто тупо сравним ночной окос с дневным, и если окос ночной действительно выше, то имеет смысл на ночь снижать ставки или вообще выключить. Ну, это уже именно больше статистическое, то есть эмпирически можно только понять, на это внимание обратить. Вопрос. Да, да, вот интересно, да. Вопрос в другом. Если мы будем это снижать и будем свои позиции терять, насколько Amazon нас будет нормально возвращать? А зачем? Ну, вот это тоже вопрос, да. Вопрос большой, тут очень много вопросов. Из-за этого, если мы говорим, у нас один аккаунт и там 500 ключей, это одно, а если мы говорим 20 этих SKU и, например, там у каждого по 1000 ключей, но это просто... Ну, ты знаешь, на самом деле, да, тут, если у тебя все хорошо работает, ничего не трогай, как говорят, поэтому я не знаю. То есть, так что надо я, понимать... На самом деле, от ночных продаж прям вот так не страдаю с ними. То есть, у меня прям такого подслеска там. Ну, может, он и есть, но я как-то не замечаю. Ну, да. Я просто смотрю, когда у меня заказы приходят, у меня там заказы приходят где-то до 9 до 10 вечера по Лос-Анджелесу, да? Все, потом они начинаются где-то с 9 там часов. Я не знаю, я по селлер-централу смотрю, когда у меня приходит, то есть у меня в 12 дня по моему времени заканчивается, соответственно, амазоновская сессия за сутки. Вот, и у меня вплоть до 12 и до часу дня еще продажи капают, так скажем. Вот, то есть я даже не знаю, когда они там прекращаются, то есть вот начинается, вот сейчас у меня на данный момент, если я на аккаунт зайду, у меня там 77 продаж на этом аккаунте было только что. Вот. И, соответственно, просыпаюсь я утром, там, в 6 утра, у меня, как правило, там, вот сейчас у меня там плохие продажи, 150 продаж. Прямо вот встаю, там, в 6 утра, там, в 7 утра, 150 продаж. К вечеру, то есть к вечеру, к 12 дня, мне, как правило, вот еще 50 продаж происходит. То есть с 7 утра до 12, в течение 5 часов, у меня еще 50 продаж. То есть 25% от общей продажи. Но это я в среднем говорю, там, может быть, меньше, может быть, больше, но продажи примерно вот так равномерно все идут. Ты говоришь по московскому времени?
Да, у меня на час позже, чем в Москве или что там, или раньше, я уже запутался. У нас всегда как по Москве было, но вот в этом году у нас там изменили время, я уже вообще в прострации, если честно. Ну, я понял. Не, я просто смотрю по восточному или по западному. Ну, бог с ним, ладно. Ну, на самом деле, вот эта спорная штука, то есть каждый сам себе, то есть если кто хочет этим воспользоваться, у нас было много запросов на это, поэтому мы и сделали. Но лично я этим не пользуюсь, да, поэтому если кто-то хочет, попользуйся. Ну, это ведь время по Селлер Централу фактически, правильно понимаю? Время, да, по Селлер Централу, да. Посмотреть, как справочная информация, интересно. Бизнес-репорте, ну, откройте, то, есть то, графики. Нет, на самом деле мы просто сделаем, я попрошу. Есть там по сессиям и по продажам. Все, я не вижу проблем вообще. Бизнес-репорта достаточно, все нарисовано. Там есть график по сессии? Денис, там не об этом речь. Речь идет о том, что, в принципе, вопрос следующий. Есть некое подозрение, да, что ночью там начинают ползать всякие индусы непонятные, китайцы там. А почему они днем это не делают? Объясните мне. Я просто не могу никак понять логику. Разные ценовые, разные диапазон. А зачем им лазить-то, по мне как? Что, не работа они лазят или еще? Они автоматизацию, что они включают на ночь? Что, они совсем, что ли? Они часовые пояса, и они лазят там, что-то смотрят, но ничего не покупают. Просто на самом деле это спор считается очень просто. Мы к следующему семинару возьмем на крупном аккаунте. Нет, я хотел бы просто, вот честно могу сказать, это да, я понял. Хотел понять вот логику, как мы рассуждаем, почему вот, например, в определенное время вот американцы спят, ну вот, например, вот сейчас у них день начался, а, например, в обед по-нашему у них ночь, и кто-то какой-то негодяй лазит по нашей рекламе, постоянно ее клацает, что ли? Ну, и какой-нибудь китаец или индус, которому все равно ничего не купит, а картинка интересная поглядеть. То есть вот такая логика, да? Ну, в принципе, да. То есть я от многих слышал, что ночью как раз всякие индусы лазят и так далее. То есть я совершенно точно знаю, что вот коммерческие сайты, например, всякие индусы, ну, те, которые за рекламу платят и так далее, и дают, они просто блочат на Амазоне, то есть по IP. Mm-hmm. То есть страны просто исключают. А на Амазоне так сделать нельзя, поэтому можно просто... Да, вот эти непонятные часовые пояса начинают... Ну, короче, там народу много, даже их ручное клацание влияет на... Наш, как бы, я понял. Они ничего не покупают, они просто тыкают, ты смотришь. Короче, как обезьяны у нас, дерево спустились и просто... Ну, наверное, бог с ним. Ладно, да, в общем, бог с ним, с этим закончили. Давайте к трекингу перейдем. Значит, касается трекинга, здесь то же самое все. То есть, например, у нас, сейчас вернемся в SurfTurance. Я уже на прошлых семинарах рассказывал, вебинарах, и вообще мы уже это все обсуждали. Есть такая неочевидная вещь, но она довольно интересно работает, но народ как-то... Вот, раньше нас индусы, помню, повышали в ранке, да, там, когда они закончились, там, год назад. Вот, все как-то думали, ну ладно, нет индусов, будем раздачи раздавать, вот, чтобы подниматься вверх в рейтинге позиции. Вот. Но на самом деле есть еще один интересный момент, все об нем знают, но как-то не сильно многие этим пользуются. Это если мы просто начинаем на экзакт выливать деньги, чтобы по экзакту, то есть двигать заказами через PPC. Вот. Тема интересная, но она может быть как бы о двух концах. Может быть, даже дешевле это будет получаться, если делать раздачи, да? То есть может быть это дешевле, а может быть и нет. Может быть, дешевле будет PPC-шный двигать экзакт. Поэтому мы используем очень интересную вещь. Мы, например, позволяем это слово добавить трекинг прямо отсюда. То есть не надо в Amazon вам ходить, ничего не надо делать. Просто вот здесь не запускаемся и добавляем это слово в трекинг. То есть, ну, можем слово добавить, либо удалить трекинг, но можем добавить в трекинг. Окей, мы его добавили в трекинге, проходит там, ну, сколько там, 3-4 дня, пока все это работает, проверит позиции. И в трекинге у нас очень интересная статистика. Сейчас я не знаю, как у Сабракадабра будет работать. Справится, не справится, хоть справится. Ну, чушь какую-то показывает, но хоть справился, что-то выйдет. Потому что это, извиняюсь, Абракадабра. Похоже, не справился. Сейчас посмотрю. А, нет, что-то он там справился. Но никаких, ничего. Я говорю, вот из-за того, что Абракадабра здесь вот тяжело. Нет, какие две точки дал. Ну, хотя бы общий я расскажу смысл. Значит, основной смысл здесь в чем? Да, даже слово посвятил. Ну, я свои не скрываю, но он все равно доступ. Вот. Основной смысл в том, тот кейворд, который мы трекаем,
Ну, вот здесь у него какие-то когда-то... Ну, здесь нет позиции, я даже не знаю, может быть, здесь что-то найдешь, чтобы были позиции. Ну, неважно, там какой-нибудь найдем, какой-нибудь хороший ключевик. А становится смысл в том, что у нас здесь есть такой график, здесь его, правда, не видно, но даже какой-то видно. А это наложение позиций на ставку. То есть, если мы, например, увеличиваем ставку, увеличивается ли наша позиция. Ну, то есть, например, 113 у нас была, 115-я позиция по этому ключу, 133-я. Вот ставка у нас приросла, у нас там была 111-я позиция, ставка падала, была такая позиция. Вот ставка упала и стала позиция падать. То есть вот здесь очень хорошо видно, каким образом идет корреляция между ставкой и нашей позицией. И это можно сделать вывод, то есть, например, можем ли мы увеличить, то есть дает ли нам увеличение ставки рост позиции. То есть, предположим, да, мы увидели, есть корреляция, то есть мы увеличим, она, естественно, есть, мы доказываем, увеличить количество. То есть вот мы здесь вот на данном этапе, вот видно, здесь увеличить ставки, вот он всплеск пошел. Ну, он не сразу, но через какое-то время, вот он пошел всплеск. Мы увеличили, вот пошел вниз. То есть здесь можно хорошо очень отслеживать, насколько нам нужно повышать ставку, сколько нам нужно расходовать на этот ключевик, чтобы у нас росла позиция в трекинге. Но здесь слово выпало из трекинга, а так бы здесь нам показало текущую позицию, там день назад, 7 дней назад, а здесь бы у нас еще был график вот такой красивый. Но на этом аккаунте я не могу показать, здесь ни хрена нет. И опять же, здесь будет видно, сколько всего мы потратили на рекламу, чтобы, предположим, вытащить там на пятую позицию. То есть, и мы так думаем, ага, вот мы столько, и такой-то вот у нас окос был. И мы думаем, ага, они проще нам были вот это все деньги. То есть, если окос больше сотни, то нам проще раздавать. Если окос меньше сотни, значит, нам проще давать рекламу и вытаскивать позицию с помощью PPC. Но бывает так, что все уже некому раздавать, всем, кому можно, раздали, тогда можно просто тупо тащить PPC там, с помощью BitPlus, гигантской ставки, и вот оно у нас все тут тащит. Здесь вот хороший график, все на вид, но не очень удачный аккаунт. Ну, здесь можно просто сразу потащиться на Amazon, посмотреть, что там. Хотел небольшую ремарку сделать по поводу, давай. Во-первых, это один действительно из хороших способов, потому что мы реально практически, кто продает приличное количество товаров, столкнулись с проблемой верифая, что просто раздавать некому. Единственное, не забывайте одно. Верифай у вас по-любому покупают. Неважно, говенный у вас листинг, отличный, с фотографией, без фотографии, хорошая цена, низкая цена. Но когда вы делаете PPC, и сейчас вот мы как раз про купонатор, не забываем там скидывать файлы, не жмодитесь, а в будущем пригодится, потом локти кусать будете. Вот, то если вы работаете с PPC на экзакте, у вас должен быть листинг вышкален, у вас должна быть правильная цена, должна быть правильное фото и все дела. Потому что экзакт нам даст не продажу, а даст исключительно то, что нас покажет на первой странице. Ну, чаще всего, если у нас действительно завышенные ставки, это первая страница, и мы будем только там болтаться. Но по крутым особенно ключам, кто лезет, особенно у нас очень многие любят высокочастотники, там все монстры сидят. У этих монстров огромное количество отзывов. У них все оптимизировано. Ну, более-менее, по крайней мере, как правило, особенно в серьезных нишах. Так что это имейте в виду, это не как верифай раздача, это не халява. Там придется побиться очень серьезно. И бывает, что экзакт, есть смысл именно загружать только тот, который действительно будет давать продажи. И как раз нормальный окос. Все? Да. Так, ну... Какие-то, если есть вопросы, у кого-то спрашиваете. Да, или голосом, или, соответственно, письменно. Я сейчас зайду в группу. Видимо, нет вопросов практически. Вопросов нет, все. Да, все понятно. Все понятно, потому что я знаю, почему нет вопросов, потому что, во-первых, PPC стратегия миллион, программ миллион, вот, и пока ты не пользуешься этой программой, вот сейчас я потихонечку первый раз начинаю постепенно в нее вникать, с каждым разом у меня будет все больше и больше вопросов. Надеюсь, вы это самое, мое пожелание в программе, любой программе, это... Но мы твои пожелания уже пишем, уже негативы. Да, да, нет. Я про это, я буду прорабатывать однозначно, то есть я точно тебе помогу. И ребята, которых мы обучаем, консультируем, то есть туда приведем постепенно, но только после того, когда сами поймем выгоду, поймем эффективность и все остальное. То есть это все постепенно, очень плавно. То есть вот у меня руки дошли, то есть весь декабрь я на это потратил, январь, ну и пошло-поехало.
Сейчас у меня единственное пожелание, самое важное, это уменьшить количество глюков. Не надо загоняться на количество фичей, на количество всяких таких, знаешь, дополнительных вещей, которые в основном не будет воспользоваться, как я вам звоню. Я вам звоню только трекером пользуюсь. Там куча всего, и раздачи есть, и то, и пятое, и десятое, но, во-первых, во многих программах есть основное направление, то есть трекер, все остальное дополнительно. И вот это все дополнительное, как правило, есть у других ребят, в других программах гораздо лучше и проработаннее. У вас то же самое. Очень важно, чтобы все классно работало, и все. То есть те есть там вот основные вот эти серч-терм, о которых мы с тобой говорили, то есть трекер, вот эти вещи. И начинать вот именно на упор на качество, стабильность работы, безглючность. А то, знаешь, когда начинается новый какой-то финтифлюшку добавил, это перестало работать. Да, то есть, да, то есть вот если это можно постоянно внедрять, то круто. Но в любом случае основное – это стабильность работы. У нас, смотри, вот это еще то, что я тебе показываю, это у нас бета-сервак, мы на основной выкладываем. Стараемся. Пока ну вот, например, очень удобная, очень важная вещь, связанная с то, что мы сделали, это да, потому что я говорю, я же простой пользователь, я и, соответственно, говорю, чтобы мне было удобно. Но очень важно, например, когда мы, вот я тебе показывал, удаляем из негатива, точно, что из негатива выходит. Добавляем негатив, точно негатив уходит. И из списка у нас это тоже уходит. То есть мы это сделали, бах, все, понятно. Обновилось. То есть вот эти элементарные вещи, они вроде элементарные, но чуть-чуть не удалять. Но они реально глаз режут. То есть это вот такие вещи. Очень важно, чтобы их поддерживать четко. Ну, это понятно. Но это вот мои пожелания. То есть не гнаться за какими-то постоянными улучшениями, а именно повышать стабильность работы. То есть тестировать понятно. Постоянно, да, что там все работает, все норм. Вот, да. это для меня лично конечно. Самое важное, потому что это все деньги серьезные. И там у кого-то там десятки долларов очень серьезно, а у кого тысячи долларов в день улетают. То есть это для каждого будет очень серьезно. Согласен. Стараюсь. Так, что у нас там еще? Вопросы есть, минуту ждем, в принципе, и заканчиваем. Достаточно сегодня было информации, очень полезной. Ну вот, программу будем юзать, теперь диалог будет у нас такой более быстрый. Постоянный. Да, сейчас... сразу хочу сказать, значит, по поводу... У нас двухнедельный трайл, то есть две недели вы можете тестировать. Мы сейчас записываем видео. Ну, там, в принципе, редко у кого возникают вопросы, как подключиться, потому что при подключении с вас два раза спрашивают. Один раз MW-ский токен, второй раз амазоновский advertising токен. В принципе, у нас есть показано на картинке, как это сделать. Но если вдруг что, есть мой там в этой самой в группе мои данные, можете писать мне, Денису, если вдруг у вас что не получается, мы поможем, но это самая сложная часть, подписаться, собрать два токена, дальше уже все просто. Две недели у вас бесплатно, не понравились. Кстати, все спрашивают, как отписаться, очень просто. Вот здесь это инфо 7, здесь есть такая штука биллинг, вот когда перейти в биллинг, там есть unsubscribe, и все, то есть не надо нам... А покажи на экране это. Просто это. Вот биллинг, заходишь в биллинг, там единственное, может, карта надо будет светиться. Должна? Нет, по-моему, не должна. Да, не светится. И вот здесь можно сам внизу нажать Cancel this subscription. Ну, то есть, если вдруг переписаться, можно здесь... Ну да, конечно, потому что многие за это переживают. Попробуйте, смотрите. Я потому что на данный момент, вот говорю, потихонечку, очень скрипя сердцем, перехожу с Excel, перехожу с Amazon, там на двое суток отстает. Вот, я как-то приспособился к Excel вот за месяц, то, что... По воскресеньям до 12 часов я там все вот это делаю, за недельный там отчет анализирую, за месячный отчет анализирую. Вот, потихонечку, очень медленно я перехожу на программу, очень аккуратно, потому что, ну, действительно, там понятно все, то есть в Excel все понятно, и почему вот у меня многие ключи, например, закрыты, открыты, потому что, видимо, на начальном этапе я их что-то накосячил, хотя я вижу, что если идут продажи, то есть там 80 продаж был, и у меня... То есть какая-то была причина. То есть где-то я, видимо, потому что я говорю, я больше зажимал. Все-таки я... у меня стратегия большая, простая достаточно. Это большие бюджеты, заливаю, снимаю статистику и начинаю потихонечку корректировать. Все. То есть никаких там особых секретов, там месяцами учиться PPC, я в этом не вижу смысла. Вот, особого. Есть просто нюансы, это уже, так скажем, в зависимости от товара, как
применять какие-то вот такие вот вещи, типа вот экзакты, которые поднимает там, типа брод здесь вот так, здесь вот так. То есть это уже такие технические моменты, которые сокращают нам затрат и увеличивают КПД. Ну, я думаю, тогда все. В принципе, все ясно, все понятно, как обычно. Будем... Да, всем спасибо. Да, будем двигаться дальше. Пишите, будем стараться отвечать. Опять же, если вдруг что-то непонятно, либо Денису, либо вот там я отпишусь под постом, можно будет мне писать. Вот. И всегда рад, если хотите тестировать на две недели, вы можете получить бесплатно, как отписаться, если не понравится, показал. Да, вот, ссылка так, под видео, ссылка... Ссылка под видео, да. Да, в комментариях будет на YouTube, так что если кому интересно будет, заходите, пробуйте. Вот, в принципе, все. На следующей неделе... Хороших продаж. Да, на следующей неделе хотел сделать анонс. Будет у нас что, в понедельник мы по обучению расскажем. Буду я, Денис и Женя. Расскажем вообще, чем мы отличаемся, как, что, почему и зачем. На данный момент предварительно народ набрали уже. Вот, сейчас будем в этом отношении двигаться. Там расскажем по всем группам поддержки и все остальное. Вот, так что, в принципе... А, еще... Слушай, Денис, сразу да. Хочу сказать... Вот я не хотел лезть биддинг, засветился там этот самый купон 100%. Ну, засветился, он все, он не будет действовать, мы сейчас его уберем, будет новый купон. Вот, так что не надо им пользоваться, он все равно не будет работать. Понял. Ну да, но в любом случае. Народ, вон народ уже пишет его в чате. Ну, не хотел я идти в биллинг, потому что там засветился купон. Но ну, переделает, кода не будет, но в любом случае. Больше сразу хочу всех предупредить, не надо им пользоваться, что он все равно не будет работать. Сейчас вот, потому что надо понять, что все хотят зарабатывать, то есть все это делается для того, чтобы зарабатывать, нам, чтобы помогали в заработке, а ребята сделают программу не для того, чтобы бесплатно ее раскидывать. Ну, сами. Мне кажется, это мы нормально. Мы ее бесплатно раскидывали практически, наверное, месяца три. У нас до сих пор огромное количество людей сидят на бесплатных аккаунтах. До того, как мы их пришибли, где-то год назад мы отключили бесплатный аккаунт. И, тем не менее, у нас там больше сотни людей сидят на бесплатных. Поэтому был такой период. Но там было очень сильное ограничение бесплатных, так что вы немного потеряете. То, что вы не будете на них там... Да, на самом деле, на PPC затраты просто такие глобальные, что это один из инструментов, который просто необходим. Так же, как AmZone. Я не знаю, что сейчас происходит с email-рассылками, потому что просто не понимаю. Я на некоторых аккаунтах она подключена. Ну, говорят, что не работает. Ну, вот я говорю, на некоторых аккаунтах подключена, на некоторых не подключена, и нигде нет отзывов. Вообще, я просто в шоке. У меня по всем вот этим вот товарам, я говорю, просто идут, в день там 50-100 продаж на каждой SKU, и получается, что люди покупают, и никто ничего хорошего не пишет. Пишет просто один в три дня негативный отзыв. Это просто, я не знаю, как работать на Амазоне, потому что такое ощущение, всех путевых уже продавцов забанили. И пишут только вот этим, вновь организованные. Хотя на самом деле мы недавно даже удаляли Verify отзывы, просто... Даже так, то есть непонятно вообще, что происходит с Амазоном с отзывами, потому что они перекручивают гайки то в одну сторону, то в другую, и что будет дальше, непонятно. По поводу купонов, еще раз напоминаю, по поводу купонатора, пожалуйста. Сейчас мы также вот как раз в начальной стадии всего этого находимся, как раз Дим, я тебе тоже скинул вот это вот видео. Если есть возможность, если есть какое-то количество продаж на Амазоне, скинуть файл вот это вот... именно для Фейсбука, чтобы мы... Там только фамилия и адрес, все, больше ничего нет. Ни товара, вообще ничего нет. Мы в Фейсбуке просто будем вкладывать деньги в это, чтобы в Фейсбуке все это искать, рекламировать там и пытаться создать реально нормальный купонатор по новой технологии. Вот, опять же, для того, именно из-за того, что проблема с Verify. Потому что и хотел вот уточнить. Не вводите, голову никогда не забивайте тем, что там... Мы, например, я говорю, там, я не люблю PPC, там, я сейчас вот делаю. Это не значит, что Verify или то, что выкупы за полную стоимость куда-то уходят, они плохо работают или что. Совершенно не так. Органическая покупка, настоящая за полную стоимость, всегда будет топ-1. Всегда, при любом раскладе. Просто бывают разные моменты, связанные, например, какой-то ревьюер запалился, там, я не знаю, еще что-то, цепочку какую-то они вычислили. Вот это да, но реальный органический покупатель всегда будет номер один. Ни PPC, ни Verify, там, я не знаю, ни купоны,
ничто. Вот органическая покупка, это будет топ-1. Потом уже будет какая-то ротация. Но этих органических людей, просто их мало, особенно на старте. С какой радостью должны покупать у нас это дело? Делать покупку, какая причина должна быть? Это надо понимать просто логически. Это даже если вы на первую позицию сразу встанете, и у вас будет там 10 отзывов, а у человека 1000, ну, нет причины у вас покупать. Значит, вы должны или дешевле быть, или лучше. Как вы расскажете, что вы лучше? Ну, то есть, вот эти моменты, не вводитесь в заблуждение, когда мы говорим о новых сервисах или счет. Старое все остается, мы делаем все в комплексе исключительно. Просто мы старые стратегии улучшаем, усложняем и делаем более универсальные, чтобы на них меньше влияло внешних факторов. В принципе, я все. Всем удачи, всем пока, удачных продаж. Всем пока. Да, всем хороших продаж. Все, пока. Пока. Все. Так, видос выключил.